Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Будем сажать с вами деревья? Да. Представители администрации и управления образования Ленинского района вместе с сотрудниками и воспитанниками детского сада «Лесная сказка» приняли участие в акции «Посади свое дерево, сохрани природу» и высадили на территории дошкольного учреждения 30 кустарников. Очень важно, что сегодня мы эту акцию начали с наших дошкольных учреждений. И вот сегодня мы с вами присутствуем в новом микрорайоне города, который примыкает к лесному массиву. Но сам микрорайон, если мы посмотрим, внутри дворовой территории, достаточно не зеленый. И я думаю, что мы общими усилиями в течение нескольких лет обязательно не только благоустроим, но и озеленим все микрорайоны нашего родного города и всего Ленинского района. Ели, сосны, клены, березы, сирень, боярышник, также плодовые деревья. Всего будет высажено около 1200 саженцев на 13 специально выделенных площадках школ и детских садов Ленинского района. Растения закупались с учетом пожеланий образовательных учреждений. Не случайно выбран сентябрь. Как показывает практика, именно посадки этого месяца удачно приживаются. И потом было рассчитано на то, что определены такие участки посадки с целью того, чтобы те же детки могли поухаживать за деревьями, то есть не бросить их, так скажем, на произвол судьбы. И поэтому определены парковые зоны, то есть не придомовые территории, где, возможно, как практика показывает, деревья погибают. То есть участки выбраны с той целью, чтобы за ними был дальнейший уход, хотя бы в первую неделю, когда необходим обильный полив для саженцев. В этот день акция «Посади дерево, сохрани природу» по посадке зеленых насаждений состоялась в 5 дошкольных образовательных учреждениях. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».